Большое краевое совещание по проблемам наркомании прошло сегодня в режиме видеоселектора. Его провел вице-губернатор Кубани Николай Далуда. На совещании детально рассмотрели работу муниципальных антинаркотических комиссий, а также поговорили о работе, которая проводится в крае по лечению, реабилитации и ресоциализации наркозависимых. Одним из основных стал вопрос эффективности проводимых в регионе профилактических антинаркотических мероприятий. Как рассказали в администрации Сочи, основной проект на курорте, который в том числе направлен на профилактику, это хартия «Я люблю Сочи». Напомню, гуманитарная программа направлена на формирование ответственного отношения к своему городу. Планируется, что хартия будет способствовать развитию волонтерства, творчества и здорового образа жизни. И таким образом поможет бороться с наркоманией. Это работа с населением на понимание перемен, которые происходят и должны происходить в городе. Когда ты любишь искусство, ты занимаешься спортом, ты в активной позиции, и это лучшая профилактическая работа на сегодняшний день, и мы в рамках реализации хартии сейчас будем работать по всем направлениям. Добавлю, что под хартией «Я люблю Сочи» уже подписались сотни сочинцев.